Берем. Ух, новые танки пошли, ребята. Вы это видели? Новые танки. Прыжок, мина, мина, новый танк. Ох, на него, отличненько. Давайте вертолет вот так вот. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки! С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы с вами покатаем в игру Супер Мега Детанк, ребятки. Игрушка достаточно таки новая, так что, ребяточки, я попытаюсь сегодня в нее поиграть. Ну что ж, посмотрим, что нам здесь предлагают, собственно. Так, ну что ж, вот у меня, ребяточки, танк есть. Вот такой танкист какой-то, что ли, какой-то странный. Он спит, ребятки, за рулем. Так, а тут танки можно выбирать? Давайте посмотрим сначала. А, здесь, я так понял, следующие танки еще совсем закрыты. Это еще топ-секрет. Понял. Так что, ребятки, нам предоставляется вот такой вот танк. Так что давайте, ребятки, собственно, и сыграем в эту прикольненькую игрушечку. Так, ну что ж, ребятки, я предлагаю нажать на таптинг и поедем сейчас. Так, показывает вверх прыжок и стрелять. Понял. Понял, хорошо. Это пушку водить, да? Все, я понял. Вот, ребятки, видите? Вот, вот, давай, 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 давай. Вау, вау, вот так вот. Прыжок, воу. Вот это да, вот это я прыгнул, ребята. Вы только мина, 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 прыжок. Вы видели, ребятки, вот эти мины, которые расставлены поверху. Ой-ой-ой-ой-ой, врезался, ребяточки, в вертолет, и автоматически я взорвался и проиграл. Так, ну ничего, сейчас мы, ребятки, обязательно исправим эту ошибочку. И так, 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 берем тройную пушку. Все, у нас тройная пушка, мина. Прыжок, мина, мина. О, стреляй, стреляй. Надо, ребятки, быть очень внимательным и очень бдительным. Наш рекорд 475 метров. Нам надо проехать, чтобы... Так, в прошлый раз мы проехали с вами опять на мину. Да что ж такое, ребятки. Так, доктор мне говорит, что ты молодец, ты... Все делаешь правильно, но остерегайся мин. Хорошо, доктор, я тебя послушаю. Это мой доктор, ученый, доктор, который делает, собственно, вот этот танк. И берем лучевое оружие, ребятки. И это, с этим, с помощью этого луча, ребятки, я становлюсь, так понял, некоторое время неуязвимым для своего противника. И не только для своего противника, но и для, я так понял, для мин, которые... Хотят меня подорвать. Не успел я вовремя, ребятки, настроить свою пушку, чтобы уничтожить вертолет, но ничего. Так, ну что ж, поехали. Вот это прикольная игрушка. Вот это давно таких не было игр. В прошлый раз мы играли в Steel of Hill, по-моему. Она такая, не очень мне нравится. А вот эта игрушка намного круче, реально. Посмотрите, здесь можно скакать. Вау, ребята, написано запрещено на него скакать, на этот бульдозер. Потому что этот бульдозер может нас просто-напросто уничтожить. Сейчас мы к этому бульдозеру дойдем и посмотрим, что он может сделать. Что он может нам предложить и что он сможет с нами сделать. Ребята, давайте вот так вот потихонечку уничтожать будем технику, которая впереди нас. Отлично, так, мина, прыжок. Вторая мина, да что ж такое. Я прыгнул прямо с одной мины прямо на вторую мину, ребятки. Очень довольно-таки сложная игра. Нелегкая, ребятки, не для детишек. Прямо на самых маленьких. Так что говорю сразу, если вы раньше не... О, мы уничтожили этот бульдозер. Если вы, ребятки, раньше никогда не играли в эту игру, то вам будет не так, ребяточки, и легко. Потому что эта игра довольно-таки сложная. Так, ну что ж, поехали. Прыжок. Отлично, прыжок! А, на бульдозер нельзя прыгать, я же забыл. Нельзя, ребятки, на бульдозер совсем прыгать, потому что он своими ковшами уничтожает мою гусеню. Так, мина, прыжок, мин, да что ж такое, ребятки? Я же хотел нажать на прыжок, а это что такое-то? Подождите, загрузка какая-то, ребяточки, идет. Давайте вот так вот сделаем, все. Прыжок, 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 нет, 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 нет. А, все, ребятки, посмотрите, мы... Все, ребятки, мы с вами получили
дополнительную броню, дополнительное время. Ну что ж, пора стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну что ж такое, 675 метров, ребяточки. 616 в этот раз мы проехали, мы буквально не доехали совсем немного. Но ничего, ребятки, давайте переиграем обязательно и... Вай-вай-вай. Так, берем, ребяточки, защиту. А когда ж можно открыть второй танк? Это, наверное, нужно, ребятки, далеко проехать, чтобы открыть второй танк. Я так думаю. Так, берем тройную... Тройную стрелялку. Вот так вот всех будем уничтожать. Вот так вот, отлично. Ого, у него тоже, ребятки, был лучевой свет, который помогал ему бороться со всем, что происходит. Ой-ой-ой. Мина, мина, мина. Нет, ребятки. Я опять на мину пролетел, что ли. Как такое вообще возможно быть? Так, подождите, ребятки, закроем это сейчас. Так, а нет, ребятки, я, получается... Давай на танк. Отлично, ребятки, посмотрите, сколько мы проехали с вами уже довольно-таки далеко. Это мы первый раз с вами так заехали. Давай с правого фланга, давай прыжок. Отлично, вертолеты, ребятки, пошли. Мочи. Ух, прыжок. Хо-хоу. Вот это да, мина. Ребяточки, меня подорвало на мине опять. Но, тем не менее, ребят, мы довольно-таки далеко зашли. И это довольно-таки круто. Так, что нам ученый здесь может предложить? Пока еще ничего. Пока он еще никакого оружия для нас, ребятки, не разработал. Будем ждать следующее. Прыжок. Куда ж ты, а? Куда же я совсем случайно, ребятки? Совсем случайно попал на мину, а? И теперь мне кранты, бабах! Так, ребяточки, второй раз мы берем это. Поехали. Вах, так. Вот это танк. Вот это танк по делу, я вам хочу сказать. А почему? Я же все сделал правильно. Я одного не понимаю. Почему здесь мне пишет сейчас непонятно о чем? Я же выиграл. Как это я проиграл? Я же подбил этот танк. Так, ну что ж, ребяточки, ученый мне говорит: Юра, ты победил, у тебя есть 5 медалей. 5 медалей, никто еще так далеко не заходил, кроме тебя, у тебя есть 5 медалей, так что выбирай. Нет, никогда, я не хочу в этом участвовать вообще, я хочу просто играть. Нажимаем никогда и продолжаем нашу, ребяточки, игрушку супертанкиста. Да что ж такое, опять на мину подорвался. Я же говорил, ребятки, что игра это не для детей. Игра это не для самых маленьких, потому что здесь у нас предстоят настоящие бои, в которых нам приходится, ребяточки, постоянно выигрывать. Так, ну что ж, поехали. Так, прыжок. Отлично. Давай, стреляй. Два раза, я так понял. Первый раз нужно ковши сбить с него, а второй раз надо его уничтожить. Видите, ребяточки, надо его будет... уничтожить, потому что там непонятно, что вообще. Так, ребятки, поехали дальше. Прыжок, давайте просто перескочим его, да и все. Так, тихо. Довольно-таки, ой-ой, вот опять, ребятки, пошла война. Вы видите, что творится-то? Прыжок, давайте лучше их будем перескакивать. Ой, прямо на пушку напоролся от... чужого, ребятки, танка. Никуда не годится. Еще раз. Поехали. Бабах. Ой. Тихо. Стой. Ох, отлично. Прыжок. Круто. Ой. Ребятки, мне здесь пишет, что 5 секунд, чтобы продолжить. Посмотри, пожалуйста, ролик, что мы с вами сейчас, собственно, и сделаем. Так, отлично. Все, мы продолжаем нашу игрушку. Давай, стреляй. Ох, отлично, вертолеты уничтожаются на раз-два. Берем, ох, новые танки пошли, ребята. Вы это видели, новые танки. Прыжок, мина, новый танк. Ох, на него, отличненько. Давайте вертолет вот так вот. Отлично, просто супер. Новые танки с большими пушками. Таких танков я еще, ребяточки, не видел в этой игре. Это не шуточки вам. Ох, отлично. Ох, я взял дополнительную, ребятки, броню. Меня броня не спасла, потому что против огромной пушки, ребятки, как вы видели, броня очень сильно-таки огромная. И против моей пушки она просто-напросто вообще абсолютно никак не катит.
И мы с вами. Так, ну что же нам тут доктор говорит? Дорогой друг, если ты хочешь и дальше продолжать играть, если ты также хочешь дальше продолжать сражаться, тебе нужно обновлять танк. В следующий раз, когда ты будешь играть перед игрой, обязательно зайди и сделай апгрейд своему танку, говорит нам дедушка. Так, ну что ж, дорогие друзья, ну, собственно, давайте, наверное, будем на этом и закругляться. Игрушка мне довольно-таки понравилась. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилась эта, ребяточки, игра. Подписывайтесь на мой канал обязательно. И до встречи, ребяточки, в следующих моих видосиках. Пока-пока, ребятки. С вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.